вот эта новая власть, она предполагает другие систему отношений, видимо, между художниками, между институциями и властью. То есть они забыли о том, что, например, цензура в России запрещена. И они решили на территории фестиваля закрыть три выставки. Ну, где-то из 40 выставок три выставки они решили закрыть. И мы как бы пытались долго объяснить, что это недопустимо, что это контрпродуктивно, что как только ты какую-то выставку закрываешь, ты наоборот привлекаешь к ней особое внимание. Так и случилось. Выставка Василия Слонова, сейчас там все эти картинки, они по всему миру распространены. Выставка была посвящена Олимпиаде в Сочи. Достаточно критично, сатирично. Вот. Когда мы поняли, что нам не удается их убедить, мы просто взяли эту выставку, открыли в помещении музея. Потому что считаем, что так должно быть. Они просили ее закрыть? Они ее закрыли. Дело в том, что я прилетел в Москву и, значит, узнал, что, значит, меня уволили. Вот. Поэтому с учетом того, что я сам ставил вопрос о том, что при цензуре работать невозможно, сам факт этот там для меня не является какой-то особой новостью. Новостью было, что вот именно в этот момент, в такой форме, без объяснения причин. В России немножко возвращается Советский Союз. Причем он возвращается в том числе там, в демагогии. Советская демагогия, значит, о том, что это очернительство. То есть любая критика может названа быть очернительством, контрпропагандой, там, происками западных спецслужб. Вот. При том, что проект Слонова самый ироничный. Он смеется в том числе над самим собой. И Олимпиада здесь взята как пример. То есть он смеется над нами, которые с одной стороны, там, условно говоря, в лаптях, с другой стороны, айфоном. С одной стороны, приглашаем в Сочи, значит, приезжайте, welcome Сочи. С другой стороны, создаем атмосферу для бизнеса тяжелую. Вот, поэтому, но, видимо, вот в советское, вот этот советский менталитет так быстро вернулся, видимо, он был так глубоко у них в корнях, вот, что они искренне считают это недопустимым. У народа как раз самоирония есть. Вот если вы спросите, например, западных критиков про советское, про русское искусство, они скажут, что одной из главных отличительных черт является как раз самоирония. Но власть, она как бы, у нее, видимо, атрофирован какой-то вот этот участок. То есть они относятся, ну, там были такие слова, что Олимпиада – это великая гордость и великая победа русского народа. И что как можно. В Перми шутят, что надо закон о защите чувств верующих добавить еще пункт о защите чувств верующих в Олимпиаду. Когда была последняя кампания Путина, я подсмеивался над его пиарщиками, которые говорили, что если не Путин, то будет крах в стране. Я говорил, что ну как же так, 12 лет у власти я не смог построить такую систему, которая без Путина не работала бы. Вот нам все-таки, мне кажется, в Перми удалось создать такую систему, которая с уходом меня, но при желании, будет продолжать действовать, продолжать работать, то есть не разрушится. И, то есть это вопрос воли. Хочет новая власть продолжать или не хочет. Вот. Поэтому я считаю, что вот сам по себе мой уход, он все равно, ну, рано или поздно произошел бы. Вот. И вопрос именно в том, что нынешние власти, чтобы они, ну, как бы сумели воспользоваться теми наработками, которые есть, нашли бы каких-то внятных, достаточно интересных, ярких руководителей там, для музея, для фестиваля. Дело в том, что я был не просто директор музея, я же его создавал заново. Вот. И музей был не просто музеем, а музей был некоторым таким штабом, ну, преобразований в Перми. Вот. Поэтому, что сейчас будет, мы все сами задаем друг другу вопросы. Конечно, очень не хотелось бы, чтобы прекратилась вот эта культурная политика. Если власти найдут для музея нового профессионального директора, я буду, безусловно, ему помогать.